Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается следующего. Я встречаюсь с парнем на протяжении 2 лет. Он меня любит, и я его. Но он такой человек, что не делится своими переживаниями и не говорит мне о своих родных и родителях. И на протяжении всего времени наших отношений он переписывается с другими девочками и проститутками. Причем проститутки по словам автора вопроса, девочками не являются. Я много раз его опалила по уведомлениям в его телефоне, но в переписках нет конечного результата, то есть встречи. То есть, либо они не договорились, либо просто закончили разговор. Недавно мне одна девочка написала, что мой парень не изменяет, и скинула переписку с моим парнем интимного характера. В тот же вечер я собрала вещи, пока он был на работе, и ушла от него. Он очень сильно страдал, просил вернуться обратно, даже кольцо подарил с огромным бриллиантом и умолял слезно к нему вернуться. И с этого вопрос, почему он все-таки общается с другими девушками и с проститутками, по словам автора вопроса. Чего ему не хватает, да? Ну, вы знаете, Анастасия, чего не хватает вашему парню, мы не знаем. Если вы за 2 года не не узнали, как и что ему нужно. Вот, то вряд ли знаем. Вот. Я думаю, что это вопрос, касающийся того, в первую очередь, что вы не уверены в себе, и что вы не принимаете его таким, какой он есть. Вот, в том смысле, что вы не обязаны принимать его, вы не обязаны принимать то, что он пишет другим девушкам, пишет девушкам легкого поведения и так далее. Вот. То есть, я думаю, что вы, с одной стороны, хотите, чтобы человек изменился, то есть, ну, перестал, да, делать так, как делает, и вы пытаетесь вот как раз его как бы нам проучить, да, пытаясь как-то вот, значит, ну, наверное, дать ему шанс, вот. Но я бы сказал, что вам гораздо важнее для себя решить, готовы ли вы принять то, что он вот такой или нет. А если не готовы, вот, то, соответственно, вам, скорее всего, с ним не по пути. Если готовы, то хорошо, но тогда нужно поработать над
самооценкой. Ну, вот, нужно поработать, можно поработать над уверенностью в себе и потихонечку отходить от этого, ну, от этой истории, что вы его там палите, да, вот, что вы там, условно говоря, ну, как бы следите за ним, да, и так далее. То есть это вот такая история в данном случае. И на самом деле смотреть, ну, в сторону того, чтобы выстраивать отношения более, скажем так, в ключе личностном, а не как вот сейчас вы выстраиваете отношения, скажем так, ну, как бы, вот, чисто на уровне, значит, ну, мужчины-женщины, как бы, вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот, я так думаю. В этом смысле. Попытка же как-то вот, угадать, что ли, да, чего не хватает вашему мужчине, она приведет, ну, вот, на мой взгляд, абсолютно в никуда. И как бы, ну, вы просто будете габать. И, соответственно, ничего хорошего из этого не получится. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. То есть сейчас вы демонстрируете, на мой взгляд, такую позицию, да, такую позицию, вот, не очень хорошую. Это позиция, когда молодой человек вам интересен больше, чем вы сами. Вот. Я не знаю, что это за, ну, что у вас за отношения само собой. Я не знаю, какие вы устраиваете отношения само собой. Вот. Но я вижу, что в общем и целом интересуетесь своим больше, чем собой. Но вот это, на мой взгляд, совсем нехорошо. Вот, на мой взгляд, это совсем не здорово, на мой взгляд. Таким образом, вы себе, ну вот, лично себе, вы таким образом только вредите, на мой взгляд. Вот. То есть вы себя дискредитируете, вот, и по, значит, какой-то причине, да, вы верите, вот, ну, как-то безоговорочно достаточно, да, получается,
а вы поверили в то, что ваш молодой человек, значит, вам изменил. Это да, вам прислали переписку и так далее. Это все понятно. Вот, но задайте себе вопрос, почему кто-то, в данном случае, это вот женщина, да, девочка, которая написала вам, почему она решила вам написать. Вот. То есть, вы как бы, как вы думаете, что это сделано по, не знаю, по доброте душевной? Вот, вы думаете, что это сделано, потому что так вот ей захотелось или что? Вот, то есть тут такой момент. Но само собой, что проблема недоверия, она не решается за счет другого человека. Вот, проблема недоверия решается за счет как раз таки, за счет именно вас, то есть вот как вы к себе сами, да, будете относиться, условно говоря, вот, а так и будет складываться, так и будут складываться ваши отношения с человеком. Вот. Понимаете, да? Какая штука в данном случае получается. То есть это вот очень такая достаточно важная, скажем так, составляющая. Вот. Достаточно важный это момент, на который мне бы хотелось, чтобы вы обратили свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, то есть позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Не затягивайте, потому что, понимаете, как бы, если вы вернетесь сейчас, да, и будете, вот, значит, позиционировать себя как, вот, допустим, того, кто проучивает, да, того, кто пытается научить там чему-то и прочее, то вы можете мне поверить, хотя я не должен, что ничего хорошего из этого не будет. А вот. Любая попытка насильно через силу как-то вот, значит, подстроиться, да, под человека, то есть что-то ему дать. При этом, без каких-то, без контакта, без выяснения, вот, без, скажем так, без эмоциональной связи, вот, любая попытка, она приведет, вот, к сожалению, к усиление этой проблемы, потому что молодой человек, он уже чувствует вину. И вот
Вы знаете, вот если вы спросите, допустим, меня, да, как понять, если у вас будущее или нет, то я бы сказал бы следующее. Если вы хотите, вот если вы хотите, чтобы ваш мужчина чувствовал свою вину, да, то есть если вы вот прямо, ну, может быть, не рады, конечно, что он чувствует вину, но если вы считаете, что он вот прямо должен чувствовать свою вину, то у ваших отношений нет будущего. Потому что ваши отношения таким образом превратятся просто в череду, значит, ну, череду скандалов, череду таких вот, ну, качелек, таких качелек, вот. То есть это будет такие, знаете, качели от, значит, ну, взаимного обвинения, да, к, ну, к прощению, вот, и обратно. То есть, ну, как бы вот поругались, да, пообвиняли друг друга и, значит, ну, простили друг, и простили друг друга. Вот. И как бы обратно. То есть опять поругались, опять простили и так далее. Вот. Ну, как вы, я надеюсь, сами понимаете, да, что ничего. Ничего, в принципе, хорошего из вот такой модели отношений, наверное, не получится. Вот, если вы это понимаете, то вы, в принципе, ну, имеете все шансы в этом смысле отношения свои сохранить. Вот. Но если вы этого не понимаете, то шансов на сохранение отношений у вас, к сожалению, нет. Потому что вы будете пытаться добиться каких-то изменений с его стороны именно вот через принуждение, да, через обвинения, через вот какие-то такие вещи. Ну вот, ну, а повторюсь, что это ничего не дает на такой вот, ну, как бы вам так сказать, на долгосрочную перспективу ничего не дает. То есть это на краткосрочную перспективу может что-то дать. На долгосрочную перспективу нет. На долгосрочную перспективу это ничего не дает. Вот. Поэтому тут вот такая ситуация, и я, в принципе, вот считаю как бы своим долгом, да, вам об этом всем сказал. Я забыл это сделать до того, как попрощался, поэтому делаю сейчас. Поэтому вам предстоит, на мой взгляд, довольно серьезная работа над собой. Потому что есть травма того, что, ну, мужчина вам, значит, от меня, хотя интимная переписка, это, в принципе, еще не изменит. То, что вы на это так отреагировали, говорит о готовности, во-первых, вашей уйти, то есть о готовности манипулировать. А с другой стороны, то, что вот, ну, на эти моменты вы, вероятно, довольно долго, получается, закрывали глаза. Вот. Ну, я имею в виду, на то, что переписывался. То есть вот вы пишете, да, что-то, полили его. Ну, полили, что дальше? Да, как бы. Что дальше? Вот. Удачи вам. Всего самого
доброго.